День самбо. Данный праздник является не только массовым турниром, но и социально значимым событием, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь. В этот день соревнования проводятся в 100 городах нашей страны. В Сочи в этот день уже традиционно проходит первенство города. Турнир получил развитие с открытием городской школы самбо в 2015 году. У спортсменов появился собственный зал на 2 площадки. И благодаря новой инфраструктуре теперь в Сочи этим видом единоборств занимается почти 1500 человек. В сегодняшнем турнире приняли участие 150 мальчишек в возрасте от 9 до 12 лет. В этом спорте проявляется характер, мужество человека. И с детства меня отец водил на этот вид спорта, и мне очень сильно понравилось. И с тех пор я вот до сих пор, с 2010 года, занимаюсь этим видом спорта. Сегодня пришел поболеть за своих младших партнеров, которые также со мной занимаются в зале.